Воспоминания о ярком футбольном празднике Мундиале 2018 еще долго будут греть сердца миллионов россиян. В очередной раз о нем напомнили сочные кадры, которые украсили склон на площади Славы. Склон на площади Славы озарился ярким светом. На 20 мультимедийных экранах показывают более 200 уникальных кадров, сделанных фотохудожниками со всей страны. Это тот самый случай, когда Мурманск от Краснодара отделяет всего несколько шагов. Фотовыставка «Россия. Полет через века» приурочена ко Дню народного единства. Она открылась одновременно в 85 регионах страны. Кадры знакомят жителей с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Я рекламу видела и решила сегодня посмотреть. Всех тут работают красиво по-своему, трудно сказать. Автор с душой делают. Я думаю, почаще надо такие выставки делать, чтобы люди побольше видели, фотографировали. Но если не могут по стране ездить, хотя бы вот так посмотреть. Мы получили большое культурное наслаждение. Я их сегодня сама первый раз увидела, хотя я тут живу. Вот, и нам очень понравилось. Северное сияние, бушующие волны и бескрайние таежные леса. Всего за несколько минут прогулки можно увидеть фотографии различных уголков страны. Один за другим кадры сменяют друг друга и показывают всю необъятность России. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.